Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда о прекращении уголовного дела и преследовании в отношении адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой. Женщины обвинялись в посредничестве, во взяточничестве в особо крупном размере. Напомним, адвокаты стали фигурантами уголовного дела следователя по особо важным делам по Челябинской области Александра Козлова. Напомним, Козлов занимался расследованием уголовного дела о взятке топ-менеджера Ростелекома, после чего, согласно позиции обвинения, и сам решил получить незаконное вознаграждение. Якобы он готовился взять 3 миллиона рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности двух фигурантов дела. Получается, что орган следствия просто, вот у него есть задача поставленная, нужно продлевать, нужно дело направить, нужно осудить, потому что я не понимаю. Обращаемся в прокуратуру, прокуратура бездействует, обращаемся туда, все бездействуют. Позже Козлова признали виновным в покушении на получение взятки в 3 миллиона рублей. Экс-следователь так своей вины не признал. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. А вот в отношении адвокатов, которые обвинялись в посредничестве, уголовное дело прекратили.